Сабантуй или праздник плуга – древний народный обычай. На протяжении тысячелетия татары и башкиры отмечают окончание весенне-полевых работ. В это время года те, кто прикладывал силы в обработке удобрений почвы, наполнены добрыми мыслями и надеждами на богатый урожай. В Подмосковье Сабантуй впервые отметили в 25-м году прошлого столетия. Гуляния проходили в Мытищах и Подольске, где в то время проживали общины татар. Новое дыхание праздник получил в начале нулевых с появлением в Московской области татарской национально-культурной автономии. Первый праздник на всю Московскую область состоялся у нас, в Щелкове. Спустя 15 лет организаторы, как по эстафете, решили снова провести Сабантуй в нашем городе. Первый Сабантуй Щелково был в 2004 году, когда мы же провели здесь его как областной праздник. Потом провели они сами в 2011 году второй Сабантуй, это местный Сабантуй. И вот сейчас уже этот Сабантуй как областной пришел вновь на Щелковскую землю. Потому что здесь живет активная татарская община и активные люди. Мы в этом году Сабантуй получилось так, что посвящаем трем датам. В этом году юбилей Московской области 90 лет, юбилей Щелковского района 90 лет и, наконец, 20 лет нашей региональной татарской национально-культурной автономии. Праздник проходит при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации городского округа Щелково. Определены даты и место проведения празднования Сабантуя. 15 июня. Щелковский парк культуры и отдыха. Сюда приедут самодеятельные артисты из Московской области и делегации из Татарстана. Зрители ждут богатая концертная программа и угощения из национальной кухни, а также знаменитые бои на поясах. Приезд делегации Татарстана помогает, с другой стороны, еще и установление контактов между районами, потому что люди узнают друг друга через культуру, узнают, где что делается, и тем самым уже идут на контакты, уже деловые контакты, сотрудничество. Но самое главное, вот для меня самого и для нас это очень важно, чтобы проведенное мероприятие, оно оставляло не только такой эмоциональный след, но и след такой для развития. Накануне, 10 июня, в районном культурном комплексе открывается выставка татарских художников, которую продолжит музыкальная поэтическая увертюра «Сюембике», написанная местным автором Стасом Бакаевым. Теме укрепления межнациональных отношений посвятили круглый стол с участием татарской национально-культурной автономии и представителей других национальностей, проживающих в Подмосковье. Они поделятся опытом в реализации этнопроектов в детских садах, школах, среди молодежи. Это и конкурсы сочинений и рисунков, которые во время учебной четверти писали школьники. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».